Ежегодно в разных городах Российской Федерации проходят сретенские балы. Дата их проведения всегда приурочена к 15 февраля. В этот зимний день Православная Церковь отмечает сразу два праздника. Первый из них – Сретение Господне, от которого и происходит название бала. Второй праздник – Всемирный день православной молодежи, образованный более 50 лет назад. Сретенские балы стали доброй традицией и в городе Павлово. Бал – это отдых, знакомство, развлечение, досуг, спорт, музыка, танцы, мода, этикет и еще много чего. Ежегодный сретенский бал в Павлово состоится 17 февраля в 15:00 во Дворце культуры. А пока всех желающих ждут на репетициях. Подробную информацию можно узнать по телефонам +7 910 872 53 69, +7 910 890 33 04.